Первое заседание Межнационального совета состоялось накануне в Ангарской администрации. Инициатива собрать вместе представителей разных народов и религий принадлежит мэру округа. В будущем на совете планируют обсуждать проблемы взаимодействия. Ангарск – многонациональный город. Независимо от того, какая народность указана в паспорте, многие родились в России и по праву считают себя россиянами. Вопросов, конечно, очень много, и миграционные вопросы бывают, возникают. И мы же также живем здесь, в России. Я, например, родился в России, это моя страна, и как она может меня не задевать? Потому что я и мусульманин, и в то же время я и россиянин, никогда об этом не забываю. И здесь, конечно, будем подсказывать администрации, будем совместно работать, чтобы, ну, есть же какие-то моменты, да, и в религии, чтобы и в религии, в национальности есть свои особенности, чтобы мы как бы понимали друг друга. В состав совета также войдут представители ведомств и структур, которые могут оказать помощь представителям разных национальностей.